Меня мы в роли такси первым делом сняли какой-то грузовичок. Тут нету сидений, зато можно лежать. И есть ковер. Фуршет, два мясных блюда, три каких-то овощных за $1.50. В комплекте с рисом такая тарелка получается. По сравнению с $70 за прошлый ужин, это прям шикарно. Вот, за 2500 местных денег, это примерно $1.50. Получилась тарелка еды, две тарелки еды, принесли нам супчик, чили, еще какую-то приправу и такой вот простой салатик. Так, пришли на рассвет к Тиковому мосту, пока только все порозовело, но уже очень красиво. А вот наш самый большой в мире Тиковый мост. Так, с Мандалая в Баган мы решили плыть на лодке. Стоит это дороже, чем любым другим способом, даже дороже, чем на частном такси. Но вот увидели здоровенный корабль, на котором будем плыть по реке. Выглядит впечатляюще. Так, на лодке нам выдают завтрак. В общем, вот это вся еда, которую, по крайней мере, на завтрак выдают на лодке. Еще можно взять себе чая или растворимый кофе. Друзья, мы наконец-то приплыли. Долгих 10 часов заняла наша дорога с Мандалая в Баган на большом катере. Это было не очень тяжело, но и не очень легко. Хорошо, что есть розетки, не сильно трясет. Можно посмотреть видео, которое я наснимал. Я даже от скуки поиграл немножко в цивилизацию. Давно этого не делал. Но вот мы на месте. Уже время заката. Близится. И будем идти в наш отель. Что ты очкуешь?
Нет, Маша никогда не очкует. О, сэнки. Сразу набрасываются на прибывших туристов с предложением каких-то книг. Але Джонни би мене. И чего только угодно. Что вы доторговались? Yes, for two. Okay. You'll pay two person, 50,000, yes? Two for 50,000, sir. В общем, при въезде в Баган, оказывается, нужно заплатить 25 тысяч местных денег, что примерно $17, за 3 дня пребывания на этой территории. Доброе утро. Пришли встречать рассвет с видом на воздушные шары и на 1000 ступ Багана. Сначала сами попытались найти место, но этого у нас не получилось. Поэтому использовались услугами местных хелперов, которых тут по дороге ездит много. Они тебя довозят вот до такой дикой ступки. Здесь кроме нас есть еще люди. Их десяток или полтора, но суть в том, что в середину ступы можно зайти и подняться на какую-то высоту, а большие ступы закрыты для такого. Завтра поищем еще одну точку, ну в принципе отсюда тоже неплохо, но пока никаких шаров не видно, но еще и рассвета не видно. Вот наши друзья-хелперы взамен на помощь в поиске места. Они устроили такой мини-бизнес, даже не требуют у тебя за это денег, а просто предлагают купить свои товары. У кого-то это картины, у кого-то открытки, у кого-то какая-то одежда. В общем, у всех по-разному. В общем, привезли нас на место, но шары летают далеко, их не сильно много. Ступ рядом тоже нет. Мне не нравится. Хорошо, что у нас еще есть два рассвета в запасе, чтобы найти точку получше для съемки. С рассветом у нас не так задалось, как мы хотели. Это, конечно, очень красиво тоже, но шары далеко, ступы далеко, поэтому с Машей поехали на мотобайке искать новые места уже сами для завтрашнего санрайза. Присели выпить здоровенный коконат. Цена стандартная $1. Вкусно. В детстве я в селе много колол дров. Сейчас попробую расколоть кокос местным томагавком. Like this. Триндец. Немножко напилил, но в принципе получилось. Can you give one piece for try? Yes, not good. It's for you? You eat this? No. Or for tourists? I don't like. Don't like? Пришел посмотреть, что готовят местные, оказалось, готовят змею. Напрошусь один кусочек попробовать. Хотя мне кажется, если мясо готовить в таком масле, то никакого вкуса ты все равно не ощутишь.
Так, Маша пошла в храмы в коротких шортах, и теперь вот местные на входе ее одевают в национальные юбки. Вот так будет получше. Завелся охранником, видите? Хожу в поисках ступы, с которой откроются красивые виды, на которую можно будет залезть. Всюду обычно вон стоят заборчики, и написано, что лазить туда не стоит, так как ступы старые. Но я знаю, что есть где-то и открытые такие. Будем искать. Искали место, и вот нашли неплохое. Открываются вблизи ступы. По идее, где-то недалеко должны взлетать шары. Сейчас много птиц. Ну и вообще пейзаж тут хороший, получше, чем там, где мы были сегодня. Еще можно чуть выше влезть. Вон как Маша лезет, и поискать там. Пришли 5:30 на ступу, думали, что рано выехали с отеля, потому что приехали еще затемно, еще звезды, их, конечно, не видно на телефон, но в общем они есть, вон месяц и звезда какая-то видна еще, а тут уже куча народа, все сюда приехали, все хотят увидеть красивый рассвет. Ждать еще около получаса, я вот выбрался куда-то повыше. Приходится стоять, а не сидеть. Ну, ничего. Это обещает быть очень красиво. Рассвет приближается. Уже видно. Я покажу вам, сколько людей на этой ступе. Вот, начну отсюда. И вот. Вот мои ноги, которые повыше. В общем, все вакантные места заняты. Вдалеке показались баллоны. Собственно, то, ради чего мы сюда пришли, это баллоны, ступы и рассвет. Вот там они. Хочу показать, сколько людей приходит на открытые ступы, смотреть на рассвет, и это уже час разошлась. В общем, мой совет, нужно за полчаса до рассвета приходить, тогда есть возможность занять хорошие места.
Выбираем фрукты. Уже купили авокадо и хурму. Сейчас еще немножко мандарин возьмем. Ничего не понятно. Так, вот наш мастер нарисовал вот такую чашечку с моим логотипчиком. Оставил ему еще несколько. Сами поедем на ступу, он пока порисует. Вернемся, заберем. Очень прикольно, тут все делается по месту. Захотел себе таких вот мисочек домой. Все с бамбука, все натуральное. Да, направо, езжай. Вот, тетка как ездит, девчата. На самом деле это видео мы сценировали, но точно такая ситуация была на проезжей дороге буквально 2 часа назад. Маша уточнила, куда нам, и уехала налево, предварительно спросив, направо ли нам. Я поехал направо и уже дожидался ее там. Короче, ехали по тропинке и уперлись в корову. Оп, давай. О, молодец, дала нам дорогу. Поедем дальше. Вот, ехали на наших мотоцикликах. Случайно забрели в такую настоящую мьянмарскую деревушку. Нашли домик, вот он бамбуковый, малая тут лазит. Никаких особых стен нету, хозяюшка ходит. Тут хранится вода, в таких штуках питьевая. А тут они живут и спят. Все очень просто, очень, так, не по-богатому, скажем так, сделано. В принципе, тепло. И надобности в более таком защищенном жилище у них даже нет. Вот видно, там они, скорее всего, все спят. Прикольно. Урок каллиграфии маленьких мьянмарских школьников. Снимали видосики для ютуба, случилось нашествие коз на нашу ступу, они нас угрожают. Я не могу специально на видео. Ты посмотри, кошмар, как фильм ужасов. Как мне теперь спускаться? В общем, на спуске со ступы находится немножко мух. Вот, не немножко, а вот столько. О, вот такие. И Маша их реально боится. Маша, ну давай, надо идти.
Давай. Были передо мной. Маша, надо идти, а то чем дольше стоим, тем больше летят, слышишь? Другого пути нет. Что? Не слезть. Все, давай, пошли. Все нормально. Что ты очкуешь? Нет, Маша никогда не очкует. Приехали на закат, на ступу, которую нашли днем, но похоже, мы здесь уже не одни. Наверное, нашли мы ее не только мы. Она помечена на МапсМи. Солнце вон уже приближается. Полчасика и будет очень красиво. Вон, Маша идет и видно, уже люди сидят, любуются. В буддийские храмы запрещено входить в обуви. Что интересно, меня весьма удивило. Вот вроде заброшенный храм, никто не охраняет, но тем не менее туристы тоже разуваются, и мы тоже разуваемся. А тут в середине такой вот Будда, тоже прикольный. А вот проход, куда надо подниматься, маленький, тесный и темный. Маша, Маша, оп, 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 ура, выбрались. Все эти люди тоже пришли встречать закат на нашу ступу. Ну, может, не на нашу, но на ту, где мы тоже будем это делать. А закат, в общем-то, красивый. Обещают, что правая большая ступа будет светиться золотом. Вам удается поспать, когда вы едете в слипинг-басе? Потому что я вот лично никогда не могу нормально заснуть. И сегодня на одном из таких мы приехали в Инле Лейк. Приехали в 4 утра, и это было ужасно. Смотрите, какие виды открываются с номера. Просто шикарно. What is your name? Ma'a. Ma'a. Yeah. Okay, my name is Taras. Mr. Taras. Yeah. Okay. Where are you from? Ukraine. Ukraine, yeah. Давай, Маша, я впереди, yeah? Ты на втором. Нет. Но мне нужно видео снимать, Маша. Так и живем, мучаемся. Не посадили меня наперед, придется сидеть сзади. Вон домик, в котором мы живем. Очень классный отельчик себе нашли на берегу озера Инле. Дорогой, стоит $70 за день или около того.
Но он того стоит. Огромный номер. Все очень прикольно. Жалко только, что он находится немножко в отдалении от села. И нам приходится кушать постоянно в отеле. А готовят на самом деле средненько. More expensive than sick. You know sick? Sick? Yeah. We made for scar, roll for the mom and fibrate also. You know sick dread. Плывем в рыбацкой деревне. Здесь все дома на сваях, все находятся на озере Инле. Здоровенное озеро. Такая себе мьянмарская Венеция. This is for feta, corn leaf, ginger corn, mice, star anise. Mentor.
to become this small safe town. 98% safe is included in our workshop. Живем смотреть на рыбаков на закате, погодка просто прекрасная. Ни ветерка нету, ничего, ни волн. Через час солнце уйдет за горизонт и все будет в оранжевых цветах. Надеюсь, получится сделать красивые кадры. За этим мы на это озеро и приехали на самом деле, ну лично я.